Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас 7 февраля, и мы находимся, где у нас растут огурцы, высаженные второй партией. Сейчас у нас второй сбор. Вот идут полноценные. Вот сегодня здесь сейчас собирает, он там полный, груженный. Хотя вот опять начались пасмурные дни. Здесь у нас вся неделя прогноз пасмурный, но тем не менее огурцы урожай дают. Ну, как я вам и говорил, уже когда вот растения вот достигли почти вот 1,5 метра, 2 метра, здесь полный этот самый растения, сборы идут. Здесь сейчас мы обязательно корневые подкормки даем. В той неделе, в солнечные дни, мы вот 2 внекорневых подкормки дали, корень, палитру Энравел дали. И, соответственно, чуть-чуть вот солнечная погода была, добавил азотные удобрения, чуть-чуть дозу увеличил. Но сейчас опять пошли вся неделя пасмурная, поэтому опять азотные удобрения уменьшаю. И внекорневые подкормки, скорее всего, на этой неделе не будем делать, потому что совсем пасмурно, влажность увеличивается, поэтому мы пока приостановим. Ну, в целом, пока сборы хорошие, вот ранняя урожайность, она очень хорошая. По этому году судить, она вся завязалась практически. Идет лесенка, она идет до верха, все завязывается, одновременно цветет. Ну и, конечно, выше 1,5 метра уже мы оставляем боковушки. На боковушках по несколько завязи оставляем. 1-2 это чтобы уже в дальнейшем, когда вот волна уходит, и вверху уже будем после основного стебля, она, огурцы еще на боковушках тоже нормальные большие сборы дают, но это обязательно необходимо, потому что хотя и пасмурные дни, можно боковушки не оставлять, если при слабой освещенности, если не хватает температуры, это тогда можно будет, конечно, через один убирается завяз, но у нас пока все хватает, поэтому мы завязь все оставили и еще оставляем боковушки. Ну, думаю, силы и питания хватит на это. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.